Власти Туниса объявили чрезвычайное положение. Введен комендантский час после того, как в столице страны был совершен теракт. Погибли, по предварительным данным, не менее 12 человек, 17 ранены. Взрыв прогремел, когда террорист-смертник на заминированном автомобиле протаранил автобус, который перевозил сотрудников президентской охраны. Это уже не первая крупная атака боевиков в Тунисе. В конце июня отдыхавших на пляже туристов на одном из курортов около города Сус атаковали вооруженные террористы. Тогда жертвами стали более 30 человек, в том числе туристы.